сейчас начали очень часто водители попадать в ДТП, оформляют автомобиль, когда заезжают колесами в яму. Я прекрасно понимаю, что да, на улично-дорожной сети имеются у нас дефекты, но в большинстве случаев повреждается одно колесо. Но на сегодняшний момент водители решили на этом позаработать и заявляют, что поврежден практически полностью весь автомобиль. То есть заезжают очень дорогие иномарки, повреждают колесо, в схеме написано повреждение колеса, повреждение там бампера, возможно, да, глубокая яма. При этом, когда заходит нам уже экспертиза и с иском заходит в суд, предъявляют очень большие суммы, там миллионами исчисляются суммы. Бывают случаи, когда вообще автомобиль приобретается на один день для оформления именно такого ущерба. Автомобили приезжают из других городов на один день, на следующий день они пропадают, исчезают. По тем случаям, где у нас имеются признаки, когда повреждения не соответствуют тем заявленным требованиям, то есть у нас информация отрабатывается, делается экспертиза, и эксперты делают уже заключение, что данные повреждения не соответствуют ДТП. Эти материалы передаются сейчас в полицию для уже рассмотрения вопроса о возбуждении либо отказе в уголовных делах.